Школы Гродненской области дополнительно закупили около 1500 пар лыж и соответствующего инвентаря. На эти цели было направлено более 140 тысяч рублей. Новенькие лыжи уже и у местной команды по биатлону Щучинского района. Школьники стали победителями областного этапа республиканских соревнований «Снежный снайпер» на призы президентского спортивного клуба. Они показали лучшие результаты среди 19 команд области и теперь готовятся отстаивать честь региона в финале соревнований, который пройдет в Раубичах 8-10 февраля. Лыжи, они всегда необходимы, и при этом хорошие лыжи. Лыжи, которые нам выдали, они, безусловно, помогут нам в достижении хороших результатов, и они помогут нам в ближайших соревнованиях занять хорошие и достойные места. Великолепный подарок. В районе создана команда по лыжным гонкам, по биатлону. В основном она состоит из школ Можейковской средней базовой школы, Василишковской средней школы, гимназии. И этот подарок лыжи как нельзя, кстати, для того, чтобы проводить хорошие тренировки. Новый спортивный инвентарь призван также расширить возможности для активного отдыха детей и взрослых. Тем более, что в Гродненской области проложено более 330 лыжных трасс.